такое православная Пасха? Там нужно красить яички, потом испечь Пасху. Это такой тортик такой из хлеба. Бабушка печет. Нужно наливать на эту штучку, как там, верхушку. Такой крем. Пасхи? Да, белый. И потом она сыпет разные посыпки. Так вкусно, только она редко с изюмом. Я не люблю изюм. Это когда бьют яйца в этот день. Прямо так, как посуду берут и бьют? Да. Да, вот так, а пол? Ну, это яичко об яичко. Хорошо. Ну и расскажи, что ты делаешь в этот день? Мы сначала приготавливаем яички, их украшаем разными картинками или просто красим их и зовем гостей. В день православной Пасхи мы куличи едим? Куличи едим и еще украшаем яйца красками, украшаем их наклейками. Какие цвета вы используете? Как вы красите? Давай. Можно разными цветами, радугой. Можно наклейки, которые можно украшать яйца, присводить к крашеному яйцу, а потом немного подождать, а потом отклеить эту наклейку, а потом яйца будут так покрашены. Да, мы с Ириской такое играем, у нас с сестрой. Мы всегда такое играем. Мы всегда Ириска выиграла, а я всегда... Не выиграла, потому что у меня яйцо всегда попадается твердое, а у Елы легкое. А об лоб можно вот так стукнуть? Нет. Почему? Будет больно очень. А если ты выиграешь, тебе это принесет победу? Да, можно. Но не сестре, а кому? Можно маме, можно папе подсучить чуть-чуть. В этот день... красят яички, бьются яичками. Ты выигрываешь? Ну, мама у меня иногда выигрывает. Ты вот кулич, знаешь эту пасочку, да, такую, их пасочками все называют. Ты обычно кушаешь полностью или все-таки верхушку, самую вкусную, глазурь съедаешь, а все остальное оставляешь? Верхушку съедаю. Верхушку, ну так нельзя делать. Кто будет съедать вторую-то часть? Мама. Что там, бьются яйцами, их красят и туда игрушки ложат. Куличи едят? Да. Кто у вас в семье тогда выигрывает вот в этом состязании, которое ты сказал, вот в этом соревновании? Кто выигрывает? Ну, мы не ходим на соревнования, но... Я имею в виду соревнования, когда ты сказала, чтобы яйцами когда бьются. Кто у вас выигрывает в этом? У кого всегда побито быстрее, чем у других? У меня, может быть, у папы или у мамы. Ну, а кто выигрывает по итогу чаще всего? Папа. Почему? Как ты думаешь, почему папа выигрывает у вас? Потому что он нужное яйцо берет.